Ну вот, Алик мне доверил важное дело. Снимать огурцы, которые у нас выросли в аквапонике. Даже что-то я не знаю, куда мне отойти, чтобы все это поместилось. Вот они у нас плетутся по всему балкону. Огромнейшие выросли. Вот всего лишь навсего на воде. На воде вот с этого пруда. Вот. Значит. И у нас тут даже выросли. Ну, но в связи с тем, что пчелок не было, мы сами опыляли. Результат, конечно, не важный. Но два огурчика у нас выросло. Вон один огурец. Вот он растет еще. Огромный огурец. Вон там второй. Вон второй маленький огурчик. Вот, есть еще подающие надежды третий маленький огурчик. Если все будет хорошо, то огурчик вырастет. Вообще эти цветочки уже начали сохнуть. Ее может быть еще из-за погоды. Вот. Вот такой у нас аквапоник. У нас еще у нас выросли укроп и базилик. Мы его уже съели. Вот тут тоже остатки роскоши. Что надо будет удалять. Тыкву мы уже убрали. Вот. Ну и там все наши рыбки. Так что вот такой у нас аквапоник. Там он даже водичка вон там вытекает, даже корни видно. Вот. Все растет на рыбьих какашках.